Данное видео создано при поддержке автомобильного портала Drom.ru. Привет, мужики! Здорово! Чем жена отличается от тачки? Чем? А ничем. Почему? Покажу сейчас. Ну-ка. Давай. Здорово. Здорово. Че такой грустный? Жена. Че изменила? Задолбала. Сколько уже? 7 лет на. А ты ее брось. Через бедро? Через ВК. Не, жесть. Жесть. А у меня тоже только бабки прожигает и дергается. Жена? Машина. А что случилось? Сломалась. Сколько? Полтинник. Движка? Коробка. А, европейка. Жесть. Угу. А ты свои кольца менял? Не. А я менял. А что, жрать много стало? Нет, на годовщину. И кольца, и серьги. Жесть. Угу. Надо свои тоже поменять, а то что-то дрищит на холостых. Так-то она у меня нормальная, я ж ее с салона брал. Может, тоже свой салон красоты сводить к мастеру? Не знаю, я свою сам делаю. Хрен знает, что там за мастер. Порвет что-нибудь герметиком замажет, а я потом мучаюсь. Ну да. Жесть. Жесть. Зима скоро, гараж надо брать. И мне желательно норковый. Жесть. Угу. А что, дети есть? Трое. Ну так-то твоя молодец. Ну у тебя так-то тоже вместительная. Семиместка. Угу. Нормально. Класс. Угу. Ну так-то я люблю свою ласточку. Она у меня хоть куда. Я тоже свою люблю. Хоть куда? Почти. Классно. Классно. И что тогда делать? Под капот надо чаще заглядывать, и проблем не будет. Согласен. Понравилось видео, ставь линзу. Подписывайся на наш канал, на группу ВКонтакте, Инстаграм, все ссылки, мужики, в описании. И пиши в комментариях, чем еще они схожи. Но всем жке, пока!